Здравствуйте, вы на канале HardResult.info, и сегодня я вам расскажу, что такое плагин Excalibur и как им пользоваться в такой программе, как Obsidian. Итак, этот плагин – это такой многофункциональный инструмент для создания эскизов. Он может вам позволить вставить рисунки в свои документы. Вы можете хранить и редактировать файлы Excalibur в своих хранилищах. Итак, как этим пользоваться? Я уже его установила и могу найти его здесь, в левой панели. Нажимаем, и у нас создается файл, где мы можем что-то рисовать. Например, здесь есть очень много разных функций. Это для отдельного ролика даже. Ну, такие самые главные могу вам сейчас показать. Можно рисовать, вставлять всякие штуки. Можно даже вставлять фотографии. Например, выбираем какую-то фотографию. Вставили здесь. Можно уменьшать, делать больше. И много разных функций. Итак, чтобы сохранить это, мы нажимаем вот здесь, в этой маленькой панели. У нас знак обсидиана. Нажимаем. Здесь можно видеть много разных функций еще. И вот, экспорт. И нажимаем. И можно выбрать, куда можно его загрузить, как его назвать и все другое. Спасибо за просмотр, подписки и лайки. И до новых встреч! Thank you.